Из-за длительной жары и нехватки поливной воды сразу в 6 районах Жамбылской области ввели режим ЧС. Фермеры региона в этом году потеряли до 30% урожая по сравнению с прошлым годом, сообщили в областном акимате. Из-за малого поступления воды со стороны Кыргызстана пострадали порядка 8 тысяч гектаров, в том числе посевы такой социально значимой культуры, как сахарная свекла. Как заявил премьер-министр Алихан Смаилов, пострадавшим от засухи казахстанским фермерам покроют расходы, ускорят выплату субсидий и продлят сроки кредитов. В этом году мы засеяли более 580 гектар свеклы. Но нехватка воды и жара, которая доходила до 40-45 градусов, просто сожгла большую часть урожая. Уже сейчас нужно готовиться к осенней уборочной кампании. Однако сахарный завод до сих пор не заключил договоры с нами. Мы терпим огромные убытки.